Для полного ядерного разоружения Северной Кореи понадобится около года. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. По его словам, если КНДР примет принципиальное решение, то процесс пойдет быстро. Напомню, по результатам встречи в Сингапуре Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали документ, в котором указано, Северная Корея отказывается от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности от США. Если Северная Корея уже приняла стратегическое решение и настроена на сотрудничество, мы можем продвигаться очень быстро. Физически мы сможем уничтожить подавляющую часть их программ в течение года.